Тикток-шоу на новом радио. Тикток-шоу, мы вернулись, народ, 19.04. Не спрашивайте, почему мы такие заряженные, почему мы такие заводные. Да потому что пятница, яха! А еще потому, что у нас в эфире уже наши гости и здесь вместе с нами сидят. Прикинь, кто у нас в гостях. Короче, народ, весь второй час вот мы будем с вами сегодня с очень крутыми людьми, да, которые у нас сейчас в эфире сидят. О моде, о фэшне, вообще о всем интересном. И это руководитель проекта Таджикистан Fashion Week Тахир Ибрагимов. Тыш, поаплодируем, можно и поаплодировать. Здравствуйте, уважаемые слушатели нового радио. Благодарю вас за то, что вы пригласили, и чтобы вся страна знала о таком масштабном мероприятии, как Таджикистан Fashion Week. Вы не напомнили своим слушателям, что в Hyatt Regency Душанбе пройдет 7-й сезон официальной недели моды Таджикистан Fashion Week. А мы хотели, чтобы вы сами об этом сказали. Да, Таджикистан, мы хотели, чтобы ты сам об этом сказал. В общем, народ, будем говорить сегодня о фэшенебельных вещах, о фэшенебельных мероприятиях и вообще в целом о фэшене будем говорить, да, Зар? Тем более, ты у нас в этом шаришь. Да, я выступала на этих мероприятиях. Оп-оп-оп, да. Что намечается? Это инсайдик. Очень крутое мероприятие, вообще такого уровня высокого, потому что когда мы выступали, такого уровня не было, таких гримерок, таких подиумов не было, да. Ну что, Таиржан, как настроение, во-первых? Настроение очень хорошее. У меня один есть такой вопрос сразу, так. Вот сходу, да, Заре? Зара, ты же участвовала на многих мероприятиях, да. И за рубежом, и на крутых площадках. Согласись, да. Что наша неделя моды ничуть не отличается другим бэкстейджам, подиумам, да. Свету, фотографиям, встречи гостей, шоу-румы и так далее. Вообще сервис на высоком уровне, потому что в прошлом году, когда я была у вас на мероприятии, я пошла в гримерку и посмотрела, как все это у вас происходит. На самом деле очень интересно, очень все на высоком уровне. И я же говорю, такого в наше время не было. А в наше время... Ой, кто заговорил? Человек, которому 20 лет. Ах, в наше-то время. Да, мне 20. Да-да-да. Я хочу представить нашего партнера, эстетик-партнера, да. Клинику София, представитель. Здесь Раечка, который поддерживает Таджикистан Fashion Week. Без клиники, которая омолаживает, да, девушек, которая делает красивее девушек, в том числе София, не может состояться такое мероприятие. Раечка, здравствуйте, Раечка, здрасте. Давайте представьтесь. Я немножко волнуюсь. О, какая скромная, застенчивая, ничего страшного. Этот микрофон, можно говорить в него. Все вас услышат. Очень рада побывать у вас в гостях. У вас очень круто, очень классная обстановка. Так, сразу вопрос. Кто из нас больше нравится? Ладно, чтобы узнать этот ответ. Какой вы хитрый умеете. А вот ты такой, да-да-да, давайте, чтобы все знали. Очень сложный вопрос, конечно, но... Ну что сложного, так и говорите. Просто Зарка, я как бы знакома, ну, больше, чем с вами. И как бы женская солидарность все-таки существует, поэтому... Так, Токир, не надо говорить, что я нравлюсь, не надо. Так, ладно, слушайте, народ, давайте о фэшне поговорим. Итак, три дня подряд, это, Зара, ты знаешь, что это стандарт. Да, неделя моды, это в общем говорится, не неделя, да, по сути. По всей Центральной Азии, в том числе в некоторых странах Европы, неделя моды проходит три дня, максимум четыре дня. Потому что целую неделю кто успеет прийти, да? Да, но, неделя моды, Зар, на самом деле проходит в Нью-Йорке, в Лондоне и в Париже всю неделю. Угу. То есть разные локации, разные дизайнеры представляют... Потому что там намного больше, да, разные, дизайнеров, да, которые хотят представить свою коллекцию. Конечно. И главная цель, Зар, ты тоже знаешь, что ездила в другие страны, когда говорят «you are from», ты говоришь, Таджикистан, вот где это и так далее. Да. А потом, когда я говорю, что я из Таджикистана, и они говорят, у вас есть своя неделя моды, я начинаю давать наши YouTube-каналы, они смотрят, и они же спустя какое-то время сами просятся к нам на проект представить свои определенные коллекции. Это очень хорошо, что хоть как-то мы можем продвинуть нашу страну. Потихонечку мы всем рассказываем, где находится Таджикистан и что у нас здесь происходит, да, и какие крупные мероприятия, да, такие как Таджикистан Fashion Week у нас тут. Окей. Итак, изюминка, да? Прозвучало слово в эфире. Изюминка. Окей, значит, что является изюминкой? Это раз. Это первый вопрос. Второй вопрос. Мы же знаем, что конкурс-то международный, верно?
Так, верно? Это не конкурс ЗАР. Это не конкурс. Ой, это... Ой, простите меня, пожалуйста, уважаемые. Хочешь, там война была между дизайнерами? Все, никакой войны, все. Это не конкурс, это мероприятие. Давайте, это мероприятие. Это мероприятие. Мероприятие у нас международное, верно? Все. Итак, какие страны у нас будут в этот раз? У нас в этом сезоне изюминка в том, что мы работаем в этот сезон уже, мы дошли до такого уровня, что не количеством, а качеством. Если раньше было 10, 13, 12 дизайнеров, сейчас мы запускаем 5-6 максимум. Mm-hmm. И в первый день райдерам, да, определенным взяли первый день, то есть mm-hmm. показа, парижская неделя моды, Oriental Fashion Week. Серьезно? Да. Париж? С Парижа летит директор Oriental Fashion Show, где Нафиса выступала в Лувре. Хинт Джордан летит со своими 4 дизайнерами, которые охватят весь первый день. И будет арабская ночь. Дивный восток. Получается, первый день будет только зарубежные дизайнеры. То есть только арабские дизайнеры будут. А, очень круто. Второй день у нас посвящен начинающим дизайнерам, локальным, также иностранным дизайнерам. Те дизайнеры, которые имеют очень тяжелые постановки, одежды, да, у некоторых есть корсеты, которые сразу ты не оденешь, да. Для этого еще и похудеть надо. Топ-модели в дефиците у нас. Второй день будет такой вот. Третий день также завершающий. Да, завершающий. Топовые тоже дизайнеры. Едет к нам единственный, можно сказать, аксакал фэшн-индустрии Аида Кауменова с Казахстана. Она у нас уже была? Нет, она не была. Она первый раз прилетит. И это на самом деле крутое достижение, что... мест нету, рвутся дизайнеры именно в Таджикистан. Когда 5 лет назад говорили, мода, ой, у нас такие показы проходят. На самом деле, Зар, помнишь, какие показы были? Не подиума, по ковролину, да, модели. Вот. Ну, смотрите, все дело труда. Да. Вы трудились, вы старались, и на сегодняшний день ваше мероприятие входит в топ мероприятий, и дизайнеры уже сами хотят здесь выступать. Это все ваш труд, потому что Нашей команды, никто за это не взялся, так бы никто и не стал приезжать, правильно? Да, и большую благодарность в том числе хочу выразить всем партнерам Таджикистан Fashion Week, которые поддерживают фэшн-индустрию нашей страны, которые не проходят мимо, потому что это колоссальные, огромные расходы, начиная от проживания, заканчивая авиаперелетами, декорациями, платой аренды, про автопатия вообще молчу. Так, интересно, подождите. Себя, да? Прозвучала команда автопатия. Дядюшку Умида интересует только автопатия. Так, автопатия — это закрытое мероприятие для... То есть дядюшку Умида там не будет? Ну-ка, Таиржан. Со стороны Тахира был сейчас намек, буду? Что вас не пригласит. Я буду на автопати. Ты же будешь снимать у меня бэкстейдж. Да? Так я буду на автопати. Конечно. Все, отлично. Ты же будешь снимать. Отлично, все, продолжаем. А то есть тут ножи, автоматы, пистолеты. Да, а то сейчас началось бы. Ладно, слушайте, народ, на самом деле вы можете задавать все свои вопросы, если вы хотите, конечно, 55-00-55-955, отправляйте свои вопросы касательно моды, фэйшена и вообще всего-всего. Если хотите узнать вообще даже Таиржана, да, можете отправлять вопросы на номер 55-00-55. 55-955, Вайбер, Телеграм, вообще без разницы. Я к чему это? У нас уже есть вопрос. И пишет его некая Шахноза. Пишет она, с какого возраста можно участвовать моделью на неделе моды? Зара может ответить на этот вопрос. А мы хотим, чтобы Таиржан ответил. Зар, возраст вообще не имеет значения. Не имеет значения. Серьезно. Главное, чтобы по параметрам модели вы подходили. Это от 170 начиная, да? Ага. И выше. Ну, конечно, есть некоторые модели, которые 165, но они так выходят на подиум. Как будто они 170. Кстати, да. Да. Что их хочется выпускать еще и еще. В год 2 раза проходит неделя моды, правильно, по стандартам? Так. А после очередного кастинга перед неделей моды мне начинают звонить родители, все, вы поломали жизнь моей дочки, там и так далее, вы не приняли ее на... Я говорю, как я могу принять на показ? Ну, девочка маленькая, 162, представь, Зар. Ну, куда? Есть максимум 167-166, которые как рыбки, да, на подиуме, Зар, реально. Да, это вот, смотрите, они говорят, что не прошла, но если ты не подходишь по параметрам, но хотя бы харизмой, походкой на подиуме, если это хотя бы берет вверх, то можно взять, но здесь уже не должны обвинять организаторов, что вы поломали жизнь, это уже нужно работать над собой, чтобы в следующем году уже можно было выступить, правильно? Эх, нелегка доля Таиржана. Вопрос. Интересный очень вопрос. Его отправляют и спрашивают, да, спрашивают. Во-первых, куда нужно обратиться, чтобы тебя приняли в Таджикистан Fashion Week? А кем?
Кем? Да, вот. Вот кем не уточнили. Давайте будем, ну, раз эта девушка задала вопрос, значит, моделью, наверное. В модельном агентстве есть свои определенные кураторы, агенты, да, их называют, Зар. У нас есть агент, его зовут Руслан, он курирует модельное агентство. Страничка Model Agency TNZ, она достаточно очень развитая. На ней все выставлены более 200 моделей, которые есть у нас в базе. Парни, девушки, дети. Можно написать туда, если параметров вы подходите, вас пригласят на кастинг. Значит, что касса? Да, да, Зар. Значит, Model Agency TNZ. Model Agency TNZ. Да. Все, кто хотят стать моделью или попасть на кастинги ваших мероприятий, нужно обращаться на Model. Да. То есть, Зар, очень важно сказать, что Model Agency TNZ не только работают на Таджикистан Fashion Week, это показы ювелирного дома Акка, тоже Кристалл, показы фестиваля Атлас и Адрас, Душанбе, Худжанд, Гелос, все возможные франшизные бренды, ритейловые магазины, мировые бренды, которые у нас есть, все они работают с Model Agency TNZ. Получается, если магазины или какие-то мероприятия хотят моделей на свое мероприятие, на там, показ, да, на показы, они все обращаются или на фотосессии, к нам. Обращаются всеми, к вам. Круто. Следующий вопрос. Какой гонорар получают модели в Fashion Week? И следом задает вопрос. А можно ли как-то Тагабази Карда попасть нельзя на Fashion Week? Нельзя абсолютно. Зара знает, что на нельзя. На второй вопрос мы ответили. На первый требуем ответа. Уважаемый Тержан. Гонорар модели. Я вам быстро расскажу такую историю. Я очень строгий за кулисами. Никогда в жизни я не сидел на показах, которые я сам провожу буквально уже 5 лет, да, Зар? Я помню, что за кулисами стояла Зара. Был показ у Меда Кучкалиева. Я за руки держу модель. Я сам выпускаю каждую модель, ты знаешь, да. Зар. Тогда, Зар, мы с тобой не знакомы были. Думаю, ну кто это Зара, Зара, я не знаю, Зара зовут, не Зара. Ну, взял за ручку и выпустил. Подожди, я такой держу за ручку, выпускаю, и тут Зара подходит, она хочет сама пойти, я такой, стоять, и у нее такой взгляд. Типа сейчас, ты что, офигел, что ли? Я думаю, это кто такая? Вроде бы все такие, все-все стоим, а это такая... Слышь ты, да? Слышь ты. Ну да, она у нас я такая. Я сама умею выходить. Да, на подиум, да, 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 что-то в этом она вроде. Был такой инцидент у нас. Круто. А вот вопрос-то остался незакрытым. Гонорар. Нет, наоборот. Насчет Тагабази мы ответили. Те модели, которые очень активны, они получают очень хорошо, не в зависимости от Таджикистан Fashion Week. Это есть и гонорар за 2-3 часа где-то выступлений по $100, по $50. Есть заработок, хороший. Из определенных моделей. Что касательно Таджикистан Fashion Week, это 3 дня работы очень кропотливой. Многие модели работают для своего портфолио. Да. Многие наши старенькие модели хорошо получают, и от того, что они работают на Таджикистан Fashion Week, они получают хорошие заказы. Это же не просто так, вы пришли, поработали. Конечно. Но их обязательно кормят, платят, в любом случае не огромные гонорары, да, как в других странах Европы, но платят. Мне вот, мне самому лично понравилось выражение «наши старенькие модели». Вопрос. Типа старенькие сами старенькие или то, что они давно выступают? Вообще, в целом, каков предельный возраст для модели? Опять же, здесь все лицо, от внешности, да? Да, внешность, получается. Фигура, рост. Если, например, есть понятно. Тем, кто, кому 40 лет, а выглядят они на 26. Ясно, ясно. По внешности, да, вы людей конечно. Судите? Конечно. Генетикой кому да, повезло. Да. В душеньку не смотрите? Нет, смотри, вопрос. Там внешность тоже не играет роль. Да, параметры. Душенька, параметры. Параметры. Душинские. Некий Мансур в Телеграм нам отправляет вопрос. И спрашивает он, можно попасть на Fashion Week без билета? Очень, кстати, нет, интересный конечно. Вопрос. Конечно, нет, да? Нельзя там попасть. По в рамках Таджикистан Fashion Week не только организованные показы. Там есть и welcome-дринки, то есть входят, да? Так, дринки, спиртные напитки, угощения от наших партнеров, фуршеты, так уже, Зар, фуршеты и так далее. Естественно, это колоссальные деньги были потрачены на такое мероприятие, не только в шоуруме, да, где это все проходит, да, на показе. Естественно, это платно, вы можете приобрести билеты, первых рядов уже нету, как всегда, Зар. У нас в Таджикистане хотят, чтобы я сделал 500 метров первый ряд, и все сидели на первых рядах. Да, у нас все любят первые. Все любят. Таержан, можно же по-другому поступить. Как? Просто все ряды назвать первыми, ну, там он, решили вопрос. А где, да? Кстати, можно купить билеты? Кстати, да, где? По номеру 93-353 вещает Москва. 40-40. 93-353-40-40. И далее нам задают вопрос. Вот сразу. А сколько стоит билет? Билет от 100 сомон до 400 сомон. Ага, от 100 до 400. Но туда автопати не входит. Ну, конечно. Автопати это для... Мне иногда, знаешь, что Зар кажется? Да. Ты, по-моему, не бывал на наших автопати. Была. Была? Да. Где? В Ауре. Ну да, в Ауре тоже классно. Она тогда поздно пришла, уж когда все закончилось, под конец подошла. С Фатимкой, да, ты приходила?
Но это под конец было. Да. Самый смак такой. В середине. Мне кажется, вот к чему я говорю, Мич, что многие партнеры и многие, ну, те, которые поддерживают нас, которые наши друзья, они все хотят именно автопати. Потому что там интереснее, да? На самом деле автопати очень классные проходят, реально очень классные. Ну да, конечно, когда ты работаешь три дня, весь такой на нервах, и тут автопати. Все люди, которые работали в течение трех дней вместе, друг друга, возможно, и не знали, но как-то виделись, и тут возможность познакомиться. Пообщаться, именно, но не каждый туда попадет. Кстати, автопати все три дня идет, да, Китай? Да, давай я быстренько расскажу. Первая автопати пройдет у наших партнеров ежегодных. Это твой любимый тоже бар «Стеклолба». Самый топовый. Второй пройдет такой на лайт-режиме «Бла-бла-пати» «Дорадо». Ага. Это на опера-балете. Это рыбный ресторан, да. Морепродуктов ресторан. Да. Третий умеет, уже захотел на автопати. Третий автопати. Я просто вот на моменте, где рыбный ресторан, рыбный, я уже отключился. Поэтому все нормально, продолжайте. Третий автопати пройдет в брасерии «Лампик». Кстати, ты там была, Зар? Да, на открытии. Знаешь, я не люблю особо такие лаунж-бары, но там атмосфера классная. Знаешь, вот эти витражные окна, да? Да. Он находится где? Ситора на третьем этаже. Соглашусь полностью. Отличное заведение. Барон, если ты слышишь, салам тебе. Кстати, друзья, вот мы тут сидим, да, все втроем общаемся. Но я ж понимаю, что мы не втроем, у нас четвертый человек есть. Раечка, давайте-ка я с вами пообщаюсь, хоть я вам и не нравлюсь. Как-то даже вот как-то оно вот кошки на душе скребутся. Ладно, Рай, ну-ка расскажите-ка нам, пожалуйста, что у вас за клиника, если я так правильно понял, да? Да, у нас частная клиника, оздоровительный центр София. В нашей клинике есть такие врачи, как это, педиатр, невролог, делает ЭЭГ, кардиолог, гинеколог, то есть УЗИ. Ну, сейчас мы дойдем до косметолога. Кого что волнует, да? Также у нас есть косметологи, у нас есть все виды лазерных процедур. А есть лазерный меч, нет? Нет, к сожалению, нет. Светового нету, да ладно, жалко. Звездные войны, не в как бы нет, не в этой теме. Также у нас недавно открылся наш второй филиал. Ого. Мы предоставляем все виды массажных услуг, то есть начиная с оздоровительного, заканчивая коррекцией фигуры. Ты релакс. Да, релакс-массажи, то есть все виды детских массажев. Также электрофорез для детей до 14 лет у нас бесплатно. Извиняюсь, а вот людям, которым по 30, электрофорез есть бесплатно? Можно мне? Мне 14 лет. Мне 14 лет. Ей до 16, мне скоро 30, поэтому если что. Ну, насчет вас уже все, я сказала то, Ирюш, что ваши сертификаты будут готовы к понедельнику обязательно. Зара, кстати, новое, давайте я кое-что придумал. Давай. Мы разыграем... Сертификат? Я же ваш партнер, могу я клинике София? Конечно. Зар, помимо двух билетов, ты можешь разыграть сертификат на... Релакс-массаж. Очень жирно. Релакс-массаж. Зара? Подождите, мы не жадные. Окей, на релакс-массаж у Зары на страничке. Стоп. Релакс-массаж. Каковы условия конкурса? Я в деле. Мне нужен релакс и мне нужен массаж срочно. Как раз таки люди, которые сейчас едут в машине с работы, уставшие. Да, чтобы релакс-массаж именно для вас. Поэтому заходите на мой прямой эфир Зарка в Инстаграме. Мы будем разыгрывать два билета на Таджикистан Fashion Week, а также купон, сертификат на массаж. А я хочу напомнить радиослушателям, что 18, 19, 20 в Hyatt Regency пройдет 7-й сезон Таджикистан Fashion Week. Можете приобрести билеты по номеру 93-353-40-40. Вы берете смотрите меня на работу? Я могу вести программу о моде. О моде? Да. Друзья, впервые на ваших ушах. Вот на ваших ушах человек сам говорит, возьмите меня на работу, мне это нравится. Я подумаю обязательно. Тик-ток, тик-ток шоу. Тик-ток шоу на новом радио. Давай новый вопрос, за. Я извиняюсь, тут у нас там оппозиция. Давайте я задам другой вопрос, поэтому слушайте внимательно. Где я получила вице-мисс Средней Азии? Или Азии было? Не средняя? Не средняя? Нет. В какой стране это проходило? Да, давайте не город, вот нет, давайте город. В каком городе это проходило? Это же тогда не одна ездила? Я была там не одна, я была там с моей подружкой Фатимой. В Казахстане, правильно, но в каком городе? Я говорю о городе. Давайте, кто первый напишет город, тот и получит билетик.
Алматы, Бобо Назаров, 93. Правильно. В городе Алматы мы выступали на конкурсе «Мисс Азия» или «Средняя». Короче, я не помню, но да, это было в Алмате, и я была там вице-мисс. Пожалуйста. Так, куда же делся? Бобо Назаров, 93. Если ты находишься в Душанбе, то билетик твой, напиши мне в директ, я обязательно отправлю контакты, с которыми ты свяжешься, и получишь твой билетик. Я молодцы, тоже. Спасибо всем за участие. А сертификат разыграть? Сейчас, подожди, за участие. Так, дальше мы будем разыгрывать сертификат на массаж, общий массаж. Релакс-массаж, да. Так, давайте, вопросик готов у нас? Ты про свою жизнь давай. Да, что-нибудь задай себе отличный вопрос. Да, что-нибудь такое посложнее, чтобы люди... Все знают, как твою кошку зовут? Знаю. Даже я помню, что там. Так, давайте тогда... С каким дизайнером... Первый раз я вышла на подиум. Кто был этот человек, который пригласил вообще меня в модельную сферу? Как я вообще попала? Кто был этот человек? Давайте. Так, тут уже пишут. Нет, это был не Кучкалиев, к сожалению. У меня Кучкалиев, это был мой второй показ. Нет, не умеет Кучкалиев. Кто пригласил меня вообще стать моделью? Толибова, правильно, это был Хуршет Сатторов. Он меня пригласил стать моделью. Мы были на день рождения Зулайхо. Я увидела его там. И такая, туда хожу, сюда хожу, чтобы он меня заметил. Да. Потом он ко мне подошел и говорит, ты такая высокая, красивая девушка, ты не хочешь быть моделью? Я такая, хочу, конечно. Он такая, я не знаю, может быть. А сама такая, да. Потом он взял мои контакты. Проходит 2-3 месяца, мне никто не звонит. Я думаю, ну ладно, значит. Короче, забыл? Да. И тут он мне звонит, говорит, слушай, Зарочка, вот у меня будет показ в Хаяте, ты у меня будешь первооткрывающей моделью. Я говорю, я никогда в жизни не была на подиуме. Говорит, ты у меня будешь первой. Вот так вот прошел мой первый показ. Так, это у нас была кто? Талибова. Талибова. Пожалуйста, нижняя черта, Талибова, нижняя черта. Напишите мне в Инстаграме, в Директ, и мы вам отправим ваш сертификат на общий массаж. Тик-ток-шоу на новом радио. Именно, друзья, тик-ток-шоу на новом радио. По-прежнему ты, Ржан. По-прежнему прекрасно, замечательно, обожительно, неотразимо Райчик у нас. Здрасте. Я вам не нравлюсь, а вы мне, да. В общем, Зарка, ты тут пока, да, у нас была музыкальная пауза, что-то там намутила, кому-то там что-то дала. Да, давай, рассказывай. В эфире разыгрывали два билета на Таджикистан Fashion Week. И? Да, мы тут задавали вопросики, которые были связаны с фэшном, с модой и вообще связаны со мной. Кто первый ответил, получил два билетика. А также мы разыграли сертификат на общий массаж в оздоровительном центре «София». И каково? Кто выиграл? Здесь выиграли, да, все-таки? Три человека выиграло. Они мне напишут. Надо было в директ. Вот к ней в прямой эфир присоединяться, я же о ней все практически вот знаю. Вот Раечка у нас. Выиграла. Я успела, но, к сожалению, не захотели отдавать мне билет на фэшн-вик. Они чувствуют, как бы партнер? У тебя куча билетов, как бы партнер. Я хочу свои. Мне сказали, что Тагабузи. Ну, это же не Тагабузи, я просто знаю про Заркину жизнь, это же нормально. Сейчас, сзади свои фоловеры собрались, смотри. В конце-то концов хочу спросить. Дело в том, что передачка-то подходит к концу, а главный вопрос я не задал. Тиктоком пользуемся? Нет. Мы, знаешь, только у Зары видим это ТикТок. Да, кстати. Мы ее... Так поэтому я и есть ведущая ТикТок-шоу. Знаете, на самом деле хочу комплимент такой Заре сделать. Это на самом деле, честно. Так. Мы с ней друг друга давно знаем и так далее. Не тесно дружим, но вот именно новое радио, вот знаете, как-то вот расцвело с приходом Зары. Честно, у нее все прямые эфиры, да, все сторисы проходят на лайте, реально, Зар. Мне кажется, либо ты с утра просыпаешься, расслабон какой-то пьешь, либо я не знаю, что ты такая на лайте всегда спокойная. Это новая марка? Какая-то новая марка, расслабон?
меня вообще все любят из-за того, что я такая искренняя со своими подписчиками, рассказываю все, но большое спасибо, что вы это замечаете, что вы это цените. Ничего на самом деле не пью, просто просыпаюсь в хорошем настроении, потому что Инстаграм, ТикТок – это моя уже жизнь онлайн. Получается, там у меня есть семья, с которой я общаюсь постоянно. Мать, и когда ничего я теряюсь... себе у тебя семья. Да, 200 с чем тысяч. Да. Ух, как моя ты с ними управляешься. Я, что касательно, очень хорошо, Зар, что я попал к тебе в прямой эфир, к Кумеду, да? Так. Хочу тебе вопрос задать. Знаешь ли ты, я сейчас буду называть кое-каких дизайнеров, которых я хочу продюсировать, продюсирую, и которые должны выйти в топ, потому что нужно развивать эту систему. Это таджикские, да, дизайнеры. Наши таджикские дизайнеры. Знаешь Гугуша Шурова? Гугуша Шурова, о, это моя любовь, с которой мы были с ней знакомы давно, но я никогда не видела ее работы. Недавно она мне отправила один очень красивый костюмчик, просто сама сшила и отправила, и размеры мне все подошли, и как раз таки к ней я обратилась, чтобы она сшила мне платье на день рождения, с чем я осталась очень довольна. Это очень классный дизайнер. Она мне тоже очень нравится, целеустремленная. Я ее знаю вообще со студенческих лет, она училась в технологическом университете. Кстати, к вопросу о дне рождения. Тут нам пишут некая Мафтуна Нун пишет нам, даже не Нун, 3Н, Мафтуна 3Н пишет: у меня 18-го день рождения, может, подарите мне билет? Я, говорит, вас слушаю прямо сейчас. Ну, пусть... Зарочка, у меня к тебе вопрос. У меня к тебе следующий вопрос. Знаешь ли ты бренд Шево? Шево, нет. Шево. Шево не знаешь. Возможно, видела, но... Который ты с Шоирой не была, да, на пижамопати и так Нет, далее? Нет, я не была. Окей. Далее у нас бренд... Как ты думаешь, Зара, кто? 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 Начинающие. Миноком Рони. Миноком Рони у нас участвовали. Кстати, они первые стартовали. Вот именно у нас, Зар, если помнишь. Так, я вот сейчас вспоминаю. Начинающих так, про билетик. Нас... Давайте билетик. Про билет. В день рождения, чувак, 18-го. Двое, да? А, да. Они что, подумали, за радиослушателей? Он сделал вид, что типа не услышал. Давайте подарим нашим слушателям, нашим читателям в день рождения такой подарок. Пожалуйста, вот, человек пишет, Мафтуна 3Н пишет, у меня 18-го день рождения, может, мне подарите билет? Ну, человек, ну. Хорошо, Мафтуночка, без проблем, мы вам подарим. Один билет, один билет. Вы напишите, не надо номер, вы напишите Зарке. Зарка передаст мой номер, и вы обязательно... Стыкуемся. Это очень мило, щедро. Хло, у тебя нету таких вот? Здрасте, приехали. Вот они, вот они. Ладно, слушайте, народ, на самом деле, действительно, Мафтуна, все, билет ваш. Напишите Зарке, обязательно подпишитесь на нее, напишите ей. Зарка свяжется с вами, даст контакты, значит, вот эти именно контакты. Вы скажете, что вы Мафтуна, и вам лично Таиржан в прямом эфире Нового Радио. Я в 19:52. Без проблем. У Медако, Зара, я хочу вот в конце, да, эфира, который здесь очень такой теплый был, веселый, обязательно хочу сказать про тех людей, про те компании, холдинги, которые поддерживают нашу неделю моды. Я быстро пройдусь. Да. Быстро, погнали. Их очень много, но я быстро пройдусь. Ежегодный генеральный партнер Таджикистан Fashion Week, компания Сьома Ватерс. Ну, вода. Сьома вода. Также Таджикистан Fashion Week проходит уже третий сезон при поддержке Министерства промышленности и новых технологий. Фитнес-партнер X-Fit Душамбе. Модный напиток недели моды Flash Up Energy. Модный партнер недели моды бренд DeFacto. Декор-партнер Touch Trend. Вкусный партнер наш отечественная фабрика Ширин. Вкусный партнер. Да. Голд-партнер в рамках Таджикистан Fashion Week будут показы новых коллекций от Таджик Кристалл. Всегда была АХК, теперь мы перешли на Таджик Кристалл. Ну, надо же что-то менять. Обязательно. Страховой партнер. Кстати, Таджикистан Fashion Week застрахован на 2 миллиона сомони. Молодец! Именно, на весь мир нужно сообщить это, как раз. Умничка, хочешь? Почему нет? Это Астри Бестуяк. Страховая организация Астри Бестуяк. Они только начинают, но они очень динамичные и со всеми работают в партнерстве и так далее. Креативный партнер недели студия 13. Главный фотограф недели это, конечно же, фэшн-фотограф ежегодного Таджикистан Fashion Week Диловар Исматов. Зар, знаешь его? Зар. Да. Знаешь, да? Главный стилист недели Кристина Дроздова. Кристина Дроздова. Знаешь, та самая, да? Кристина Дроздова. Ты ее знаешь как будто. Конечно, нет. Я не знаю.
Зар, слушай, она очень креативная. Я знаю, я она классная такая. В школе. Ну, не будем о школе, что там было. Так, кстати, еще одна такая вот тема. Лицо недели моды Зар, как ты знаешь, стала Нигина Фахридинова. Она с Узбекистана. Мисс Интерконтиненталь. А вот ее, я знаю, мы с ней знакомы. Мы вот ее обязательно знаю. К вам приведем на радио. Мисс Интерконтиненталь. Мисс Узбекистан. Еще. А да, очень классная, прям. Она едет, кстати, Зар. Она открыла в Узбекистане. Лицо должно быть здесь. Она открыла в Узбекистане свое модельное агентство. Она едет 15 моделей. 5 парней, 10 девушек. Да, ух, всех везет. То есть это девочки по 2 метра, такие лошадочки, такие вот прям. Точно пойдет на это мероприятие, да? Ну, как я могу отказаться? Такое приглашение. Далее у нас, естественно, за безопасность недели моды отвечает Redline Security. Партнеры Assad, Чордевор, АК Групп, Обои Палитра. Кстати, в рамках Таджикистан Fashion Week будут представлены 3 манекена. На этих манекенах будут обои. Из обоев сделаны платья. Обои специально разрабатывал сам Валентин Юдашкин. Ой. То есть вы посмотрите, это будет креативно. Валентин Юдашкин. Так, вот да. Об этом-то я и слышал. Также нас поддержала компания Laltic Style. Это международная организация, которая помогает нашим производителям, нашим дизайнерам для продвижения своих работ и продаж и так далее. IBT Bank. Ага. Как их много, да? Phoenix Digital и Horizon Digital. Про партнеров Автопати я, конечно же, сказал. Да, конечно, молодец. Это все партнеры? Как их мало. На этой хорошей ноте время наше подходит к концу, к сожалению. Мы должны прощаться. Самое главное, Зар, смотри. Да. Я, значит, добился, что все-таки релакс-массаж будет, да? Это раз. Во-вторых, мы разыграли в твоем прямом эфире, да, билеты с сертификатами. Мафтуна добилась у нас билета, обязательно же, не забываем. Я прослежу. Вот. И самое главное, поняли, что, где, когда, зачем, почему и вообще фэшн это хорошо. Друзья, 18, 19 и 20 все в Hyatt Regency звоним по номеру 93-353-40-40. Берем билеты, пока они еще есть. Друзья, у вас пару дней максимум. И, значит, все собираемся там. Я там буду, дай бог, Зарка там будет. Мы все вместе будем там. Я буду снимать свой блог. Модели будут делать свою работу. Тайржан будет делать свою работу. А вы просто будете наслаждаться всем этим. Друзья, всех ждем. Это было Новое Радио. Это было ТикТок Шоу. Это была Зарка. Это был дядюшка Уми. Это был Тайржан. И это была Рая. Друзья, всем покедово. Услышимся в следующую пятницу. ТикТок шоу на новом радио.